44-летний уроженец Ровенщины Юрий сообщил в полицию, что обнаружил тело собственницы квартиры, которую он снимал. Ее зарезали ножом. Как произошло убийство, он не помнил. Однако, по версии полиции, потом все вспомнил и сознался. Намагаючись уникнути відповідальності, чоловік заплутав слідство, однак під тиском неспростовних доказів надав правдиві свідчення. Наразі чоловіка повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу, та затримано в порядку 208 КПК України. Близкие характеризуют подозреваемого как порядочного сім'янина, доброго и отзывчивого человека, который никогда не провоцировал конфликт. Сказать, что не конфликт, это чего не сказать. Это как? Я даже не могу сказать, что он поднимал когда-то тон. Ну, сколько мы там и по молодости где-то там, и во время учебы там где-то и по дискотекам ходили там, и ну, с людьми встречались, и друзей у нас было много там, и в Чернигове там, где мы учились, и все. Но он всегда был молча, и всегда, если скажет два слова, это было в десятку. Это же подтверждают и соседи. Многие из них вообще не знали, что убитой был квартирант. Я знаю, что они были очень тихими, спокойными людьми. Никаких конфликтов они не создавали. Поэтому была довольно-таки тихая, спокойная семья, среднестатистическая. Юрий проработал более 25 лет в пенитенциарной системе. Получил проблемы со здоровьем. Со слов кума, 5 лет он не пил вообще. Несколько недель назад выпил. С этого момента и начались проблемы с алкоголем. Для меня вообще это новое, что у него началась проблема с алкоголем. Ну, я опять-таки не хочу скрывать, ну, нормальные мужики, нормальные здоровые хлопцы там мы были, там, ну, собирались. Но если там мы 0,5 выпивали за вечер на троих, на три мужика под нормальную еду, закуску, то в конечном результате, чем больше как бы мы сидели, тем больше мы обнимались, а потом, ну, потому что мы были как бы очень такие, все, кто мы жили, во время учебы учились, мы все были как бы очень близких отношениях, очень близких. Под воздействием алкоголя Юрий никогда не проявлял агрессии. Однако полторы недели назад у него случился эпилептический припадок. По словам Валерия, с тех пор он не пил вообще. Однако начал странно себя вести, разговаривал с отсутствующими рядом людьми, забывал имена, терялся в пространстве. Вот именно в этой квартире номер 43 и произошла трагедия. Очень странно выглядит тот факт, что человек, который проработал 25 лет в правоохранительной системе, не почистил за собой следы преступления. При этом якобы пытался их скрыть. Как говорят люди, которые его знают, в последние недели произошла деформация личности вследствие эпилептического припадка. Надеемся, что следствие все-таки разберется в ситуации и объективно будет подходить к тому, что произошло. Константин Гречаный, Владимир Ивжич, телеканал «Репортаж».